Образы Достоевского в творчестве Ильи Глазунова. В Центральной детско-юношеской библиотеке открылась выставка. Проект реализован галереей художника совместно с Московской областной государственной детской библиотекой и выставочными залами региона. Цель выставки – повысить интерес молодого поколения к русской классической литературе и изобразительному искусству. В библиотеке представлено 25 репродукций и иллюстраций художника к произведениям Достоевского. «Белые ночи», «Униженные, оскорбленные», «Преступление, наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы». Человек, он был очень искренний, он любил Россию, русскую землю, служил ее культуре. Художник, где в творчестве которого преобладает много трагического начала. Экспозиция будет представлена в Центральной детско-юношеской библиотеке до 15 мая.